Всем привет! Сегодня я хочу рассказать и показать, как слепить. Ну и вот я и вернулся. На чем мы остановились?
Так, делаем зубы. В моем случае Алишер улыбается. Да. Потом обязательно надо сделать губы. Некоторые места мы заглаживаем. Добавляем там, где голова, вот я добавил. Так, надо загладить. И вот я сгладил его полностью. Вот такой получился. Да, конечно, я еще не до конца сделал. Осталось самое трудное. Это глаза. Да уж. Глаза, почему я говорю самое трудное? Мне это самое трудное, что мне не удается. Так что, если глаза не получится, то сразу говорю, извините. Точно как делать глаза, я не знаю. Учился, но не доучился. Вот такой первый глаз получился. Не знаю, похож или нет. Ну вот, а вот и второй глаз. Теперь надо сгладить. Сгладить или выгладить. Чтоб была ровная голова. А то будет с какими-то помятинами. Ну и вот. Не знаю точно, как это называется, но я это называю щечки. Вот, надо сделать вот такие полосочки, можно сказать. Ну, щеки. И волосы. Вот, а дальше я буду заливать в гипс. А как я это сделал? Сначала надо было фигурку обмазать мылом или маслом. В моем случае мылом хозяйственным. Дальше на него льем гипс аккуратно, и чтобы все ровно, равномерно гипс прошелся. И у нас получится форма. А в эту форму потом также ее мылом и также заливаем гипс и вытаскиваем. Вот я зашкурил, и я понял, то, что там были дырочки, да. Я что-то не то сделал, а вы будьте аккуратны. Я их заклеил обычным пластилином. Да. Надеюсь, когда я закрашу, этого видно не будет. Вот, полностью закрасили бежевым цветом. А дальше я сделаю все за кадром. Почему за кадром? Потому что там ничего трудного. А дальше я закрасил губы, сделал татуировки, сделал волосы, закрасил. И, конечно же, татуировку. Все татуировки. Ну и вот. Вот такая у нас фигурка сегодня получилась. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну а с вами был я, меня зовут Ржайк. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. Help the bad, okay.